Назир Абдуллаев, победитель в категории 67 килограмм в греко-римская борьба. Назир, 29 лет. Успеха добился в этом году. Вот что заставляло так долго терпеть и тренироваться? Может, я где-то не дорабатывал, в чем-то, я не знаю. Но вот последние два года я на сборах живу с Мусаевым Лоей, 2-3-кратным чемпионом мира. Честно, он мне сильно помогает вообще. С питанием, с дисциплиной во всем. Я ему очень благодарен. Благодарен всем тренерам, всем. Алексею Игоревичу, Игорю Ивановичу, Олегу Шакалову. Слушай, ну он психологически тебе помогает? Вы же не тренируетесь вместе? Не, вместе мы не тренируемся, но практически все время вместе. Живем, кушаем, гуляем. Мне он психологически настраивает очень сильно. И его дисциплина сильно помогает. Ему очень благодарен за это. Слушай, очень частое явление, когда мухачи дружат с тяжами. Ну, считай, что Евлоев тяж у нас, да, полутяж, да? Но, видимо, он от тебя тоже чем-то питается. Я не знаю, наверное, что есть. Но мы с 2013 года дружимся. Очень хорошо. Скажи, выиграть чемпионат России тяжело было. В прошлом году ты вот был в шаге, что называется, от золотой медали. И вот тебе доверяют выступить на чемпионате Европы. То, что в финале споткнулся с этим норвегом, что произошло все-таки? Честно, я не знаю, вроде готов был психологически, вроде восстановился. Вроде был уверен, что получится все. Но что вытащил заднее, не получилось бросить. Возле зоны сам ошибся, отдал там балл. Как-то из-за этого пропустил, Европа ушла. Надеюсь, еще шанс будет. Конечно. Но Норвегия маленькая страна, 5 миллионов всего, так сказать, на Кавказе, по-моему, больше населения. Расслабляться нельзя с ней, получается? Не, конечно, нельзя. Почему? Ну, все сравниваются с Россией, тренируются. Но как-то для меня самый сильный конкурент – это сборная России. У нас очень сильный вес. У нас есть олимпийский чемпион, чемпион мира, чемпион европейских игр. До 23 лет выигрывали Европу, мира. Но конкуренция очень сильная у нас. С кем бы хотел схватку все-таки из наших провести? Ну, из наших, принципиально, я не знаю, вроде такого нету. А иностранцами хотел бы с кубинцем побороться. Ну и все, что такого никого нет. А чем кубинец интересен тебе? Ну, своим темпом хорошо, он последний мир боролся. Вообще, если честно, но чуть-чуть в финале Суркова не хватило. А так он до финала хороших выиграл всех. Как-то так. Ну, они такие, ребята, пластичные, выносливые. Все-таки свой стиль, да? Выносливый и физически хороший. За счет чего? Страна бедная, елки-палки, там вся в оккупации. Всегда были спортсмены хорошие, боксеры и борцы. Так, в остальном спорте особо не слежу. Но вот боксеры и борцы у них очень сильные. В красном трико выступает. Ну, будем надеяться, что вы встретитесь. Я надеюсь, очень.